Мой 100-литровый аквариум 11 сентября 2010 года снимается на Lumix FS30. Рыбки линеатусы. Это взрослые, это мальки. Это он еще взрослый. Вон там петушок плавает. Малечки полосатой формы и обычные, там беленькие есть. Так, вот три бриллиантовые тетры. Очень красивые рыбки. Тоже купил мальков, сейчас выросли. Пицилии 3 осталось из 6. Думал, что неприхотливые рыбки. Но вот они жары не выдержали московской. Стеклянные сомики. Вот эти рыбки очень неприхотливые. Второй год вот они такой дружной стайкой плавают. 5 штук. Сомики разные. Вот один прячется, платидорос. Там за коряшкой сидит большой анциструс. Сейчас может покажется. Тут акантофтальмусы все попрятались. Между камней их не видно. Бегают ночью. Улитки. Ампулярия обычная. Вот они разные бывают. Есть голубенькие, белые, желтые. Вон там розовая слева от кокоса. Это не ретина, вот такие красивые улитки, но они не размножаются в неволе. Из Южной Африки. Вот эти черные тоже их родственники. На птичке их ежики называют. Тайломелании. На птичке называют их кролики почему-то. Мариза. Это маленькая мариза. Большая. Сантиметров 5. Вон там она за кустами лазает, все увешивает своей икрой. Ну вот еще маленький линеатус, полосатая форма. Очень люблю этих рыбок. Растения и хинодорусы одни остались, все остальное улитки подъели, даже валиснерию. Раньше тут очень много разных было всяких растений, но вот это остатки роскоши. Вот этот круглый хинодорус, вот тот уругвайский петушок вышел показать себя. Красивый, красивый. Вырастет еще будет красивее больших волост. Линеатусы очень любопытные, всегда они интересуются, что происходит. Вот они, мальки, уже освоились и подрастают. Ну, вот такой у меня аквариум.